Да, то есть в те времена, вы считаете, был строгий контроль, Очень строгий контроль. Тогда объясните мне, если был строгий контроль, каким образом Андрей Разин мог всех пролечить, что он племянник Горбачева, и выстроить эту схему обмана и шантажа? Семья Горбачева тоже от этого имела, и не очень мало. Вот, например, я вам скажу такой случай. Вот, например, все родственники Михаила Сергеевича, я был заместителем председателя колхоза с 85-го года. Вы земляк, да, Горбачева? Земляк, да. И моя бабушка, которая меня забрала с детского дома, я жил, она работала у Горбачевых дома. Поэтому как бы там говорить, что совсем не родственники, тоже нельзя. Тем более, что вы знаете, что в 93-м году она подписала все имущество мне. Не Михаил Сергеевич она подписала свое имущество, а свой дом и все. Но у Михаила Сергеевича АТАР-то не работал, да, начальником охраны. Она завещала мне, а завещают обычно люди тем, кого не больше любят. Поэтому если он со мной судился после смерти 2 года и пытался вернуть свое имущество, то это говорит о чем? Что мать распорядилась в мою пользу, потому что она считала меня все-таки ближе и лучше человека, потому что к моменту ее смерти он 7 лет вообще к ней не приезжал. Mm-hmm. Давайте с этого начнем. Mm-hmm. Что 7 лет, когда его сняли с должности, он еще несколько лет не приезжал. Она жила у меня. Охраны не было, никого не было. Она жила с моей бабушкой и на мои средства. Поэтому в этом отношении, кто я для Горбачева? Я ему как-то сказал, говорю, Михаил Сергеевич, придут времена, вы еще очень будете гордиться тем, что у вас был племянник Разин. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».